А теперь поговорим о наречиях «здесь» и «там», «справа» и «слева». Это антонимы. «Здесь» и «там» – это наречия с разными значениями. Например, «я здесь стою», «я здесь стою». Но «вы там сидите и слушаете». Что вы видите здесь? Что вы слышите там? Справа и слева – это тоже антонимы. Справа – это мое право. Справа. А слева – мое лево. Слева. Справа и слева. Например, справа – стол. Видите на фотографии? Справа – стол, а слева – зеркало. Зеркало. А скажите, что у вас справа, а что слева?